Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод на драконов для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются настоящие драконы, в том числе и новое оружие, которое мы можем использовать против драконов. К примеру, появляется такой огненный меч, при нажатии которого у нас появляется огонь. Дальше идет меч лавы, то есть у нас она распространяет лаву. Также есть еще один меч огня, который тоже распространяет огонь. И это меч воды, который распространяет воду. Ну, теперь давайте перейдем к драконам. Они довольно опасные. Так. Да, они, опять же, как я сказал, довольно опасные. Поэтому с ними будьте предельно осторожны. И, к сожалению, они как гасты стреляют именно такими огненными шариками. Ну, давайте попробуем от него убежать, чтобы мы могли дальше продолжить обозревать наших дракончиков. Также в этом моде, к сожалению, есть баги и вылеты. За всю игру у меня был один вылет. До съемки я имел в виду, у меня был один вылет. Надеюсь, сейчас такого не произойдет. Так, это у нас будет такой серый дракон, тоже такой же похожий, но всего лишь у него измененная текстура. То есть он серого цвета. И также он будет стрелять в вас огненными шариками. Это у нас какой-то красный дракон, и он тоже начинает стрелять своими шариками, и эти шарики мы можем отбить и получить вылет. Да, как я и говорил, бывают вылеты. Давайте сейчас маленько подождем, и у нас запустится блок лаунчер. Ну вот, это минус этого мода, но надеюсь, что будут исправления багов и всяких вылетов. Ну, как видите, все появилось. У меня также остались эти мобы. Ну, давайте, наверное, я вам покажу, как получить этих мобов. Для этого вы должны написать команду DRGS, после чего у вас появятся эти вещи. Да, активируем команду, и нам пишут, что ваши вещи были доставлены в ваш инвентарь. Как видите, все мои вещи удвоились. Ну что ж, давайте покажу вам двоих оставшихся мобов. Это такой уже изумрудовый дракон, да, он и прям изумрудовый, если его убьете, с него падают изумруды. Это у нас огненный, точнее, водяной дракон. И, к сожалению, он попал сам своего, да. Так, походу, мы с ними будем играть в бейсбол, да, только уже огненными шариками. И уровень бейсбола очень зашкаливает, да. Так, он мне попал. Я не отбил. Отбил. Лови. Нет. Отбил. Ну, довольно прикольный мод, но все же я не рекомендую вам пока его скачивать, пока не будет стабильной версии. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.